Всем приветики. Хотел бы немножко похвастаться тем, какой я крутой фотошопер. Вот такую себе шапку для группы сделал крутую. Вот, и получается, вот моя группа ВКонтакте, вот такая шапочка. Блин, реально круто смотрится. Единственное, что я хотел, я когда сделал, правда, здесь тогда еще не было текста. Получается, вот этого всего не было. Вот так она выглядела, когда сделал. Прям такой восторг взял. Я думаю, ничего себе, как круто получилось. Изначально здесь вообще было все вот так. Сейчас я покажу, как здесь было все. Вот так здесь все было. То есть я просто создал такую рамочку, потому что не требует именно такого разрешения. И начал потихонечку сюда добавлять всякие картиночки. И в итоге получилось вот то, что получилось. Вот такая вот картина получилась. Правда, без этого. Я когда это сделал, так обрадовался, блин. Еще хотел показать вам весь процесс. То есть, если когда делаешь какие-то действия, здесь идет такая история потихонечку, вот. Создается каждый файлик, ну, то есть, каждое действие. И до конца. А потом ты можешь вернуться в самое начало, ну, то есть, все действия отменятся. Но они не удалятся, они просто выключатся. Пока ты не произведешь новое действие. Если ты произведешь, только тогда они удалятся. Я хотел вернуться на самое начало и с открытия показать, как это все делалось. Но что-то потом забыл, сохранил, закрыл изображение, и история удалилась. И в итоге такая вот картинка. Потом еще решил добавить такую штуку, на ней текст, и так вот получилось круто. А вообще изначально я создал такое вот окошко. Давай искать, думал, надо сделать что-то такое крутое. Добавил такое, типа, краски такие летят. Хотел что-нибудь такое красками разрисованное сделать. Потом добавил такую штуку, типа, получается, летят такие краски. Потом такая, типа, клякса падает, и из нее вырисовывается рамочка. Эту рамочку я закрыл таким вот фиолетовым квадратиком. Вот он, квадратик фиолетовый. На него нанес текст, символику изображения твича, как бы значок твича. И текст твича. То есть вообще они выглядят, если все это убрать, это где у нас кусочек? Вот так выглядит. Вырезал кусочки, вставил. Вот. Потом добавил человечка такого, добавил. Я нашел такой человечка, как раз под цвет. Просто твич, он же фиолетовый, тут как раз такое синее, фиолетовое, там что-то такое светло-фиолетовое, розовое переходящее. И человечек весь такой разноцветный. Потом нашел еще такую вот штуку. Я хотел это сделать типа крылья, но потом посмотрел, подумал, блин, волосы круто смотрятся. Потом добавил сюда здесь, типа в этой стороне. Не это добавил. В этой стороне должен был быть у нас... добавил я что, получается? Нет, не то. Что-то я такое добавлял. Во, вот такую штуку. Типа здесь должен был располагаться YouTube. И, соответственно, сюда добавил потом вот значки такие YouTube. Но это некрасиво смотрится. И надо их закрыть было какой-то штукой. Вот, и так вот стало красивее. Потом добавил такой вот фон, типа, синенько-красное задымление такое. Потом добавил что еще? Потом бабочку нашел такую красивую, она так вписывается красиво. Сюда тоже добавил бабочку, типа, от красок бабочки разлетается в разные стороны. Эта бабочка, вот эта вот, вообще сюда хорошо вписывается, она как раз такая красками. А вот эта... Слабовато вписывается, конечно. Но, тем не менее, тоже вписывается. Вот. В общем, круто смотрится на самом деле. Вот. Потом добавил сюда бабочек. Я еще двигал, как их сделать, решил сделать так. Типа вылетает из-под этого значка. Хотя можно их передвинуть, типа, чтобы только маленькие вылетали. Ну, в общем, не знаю, потому что переделал. Потом такая большая, типа, вылетает. Потом, типа, такая волна человека идет, такая красная. А потом уже в конце добавил, типа, такую табличку и на нее надпись. Блин, вообще прикольно. И второе, типа, вот такую штуку сделал. Изначально здесь тоже вот было. Сначала добавил круг. Потом сделал его, типа, красно-фиолетовым, типа, Twitch, YouTube. Добавил надписи, типа значок Ютуба и сама надпись YouTube. Потом значок Твича и сама надпись Твича. И значок ВКонтакте. Блин, прикольно получился. Прям вообще доволен. Круто вышло. Вот. Но я здесь не особо радовался. Я вот радовался, когда вот это вот сделал. У меня прям такая радость охватила. Типа круто вышло, реально круто все так смотрится.
Ну так стильно мне понравилось. Вот. Такие дела. Так что я умею немножко фотошопить. Вот. Как-то так. На этом все. А, не-не-не. Не, я еще хотел показать, что откуда я это все брал. Сайт вот этот вот, я еще думал, я зашел на эту страницу и искал именно фиолетовые линии. Ну, типа, что-то хотел такое придумать. И здесь вот нашелся фиолетовые линии, а ниже вот это вот все нашел. Еще вот эту думал картинку, думал, типа, разделить ее вот так вот. Одно сделать сторону, оставить такой, а другой сделать красный, типа, Twitch YouTube. Потом думал еще вот эту как-то сделать, перевернуть, типа, в одну сторону одна идет, там, Twitch, с другой стороны, может, красная какая-то. А потом нашел все остальное, вот эти вот все краски, тогда я когда их видел, мне больше всего понравилось вот это вот, и сразу понял, здесь будет Twitch. Вот это увидел, сразу понял, здесь будет YouTube. А потом уже потихоньку, лазя по всему по этому, нашел остального, человечек этот, вот бабочка, вот это все, вот это вот, так вот оно выглядит. Я еще думал, что это будет такая, типа, аура сверху над человеком. Потом думал, крылья, а в итоге сделал волосы ему такие, типа, он так быстро бежит, такой, и фух, волосы назад такие. Блин, вообще круто. Этот сайт — реальный рай для всяких этих фотошоперов. Единственное, что здесь лицензия есть, и она для некоммерческого использования. То есть вы не имеете права использовать это для получения выгоды. Ну, то есть продавать вот все, что вы сделаете с использованием этих изображений, вы не имеете права продавать. Вы можете использовать, ну, для себя, как бы, что-то такое делать, какие-то, ну, что-то можете делать для себя. Ну, в общем, можете делать, не беря за это деньги, потому что некоммерческое использование, то есть вы не имеете права получать за это, ну, деньги. Коммерция — это, ну, как бы, денежное вознаграждение, как бы, вот. А я как раз для себя делал, в общем, так вот круто вышло, и шапка такая крутая получилась, блин. В общем, такие вот делишки. Вот. Теперь все. На этом все. Всем покедова.